Друзья, всем привет! Я продолжаю проходить книгу мертвых, и тяжко, очень тяжко. Это единственное слово, которым можно характеризовать эту серию. В общем, все увидите далее. Вы находитесь на канале Мануэля, а он очень любит лайки. Не забывайте об этом. И приятного просмотра. Ура! Я возвращаюсь в свой любимый ДТР. Что-то мне там пару комментаторов написало, чтобы я как можно быстрее выполнил квест со стрелком, якобы будет жирнее награда. Так мне получается идти на завод, а на завод без шлема не пройти. Понимаете, почему я? У меня, конечно, есть таблетульки для пси, которые, наверное, мне чем-то помогут, но они только 10% дают. Так-то у меня пси вообще плохое. Получается, я нахожусь сейчас на янтаре и могу одеть, по идее, рюкзак. Ну, как бы да. Так, ты куда идешь, гад? Надеюсь, не к моей нычке. Ох, как я скучал по этим 70 килограммам, которые можно поднять. Не, они обходят, кстати, мою нычку. То есть, все-таки она неприкосновенная. Уже бы давно сейчас кто-то подошел, кто рядом находится, и забрал бы все добро. Пока скидываем сюда кислородный баллон. Кстати, мне сказали, что он мне больше не понадобится. И реально, это так. Потому что в лабораторию я пойду уже в научном костюме. Правильно? Правильно. Так, ну все, нормально, я так разгрузился. Ну, значит, пойдем на завод, раз люди говорят. Но еще раз говорю, я вообще не представляю, как я там выживу. Там же будет долбить так по-жесткому. Может, у Сахарова есть какие-то особо сильные таблетки против пси. В чем я сомневаюсь, честно говоря. Ну, ладно. Надо, кстати, запомнить, что у него 3036 рублей стоит Геркулес, а потом проверить, может быть, будет дешевле. Рука контролера, ну ни хрена ты. Я вообще встречал хоть одного контролера за это прохождение. Что-то я, честно говоря, не помню. Так, 16-18. В принципе, я успеваю дойти до завода. Блин, я не знаю, что я там буду делать. Если я помру, ну, ребята говорят, выполни как можно быстрее. Но мне же прямым текстом говорили ученые, что на завод даже не зайти без шлема. Ну, пойдем посмотрим, конечно. Сколько таблетульки, кстати, действует? Может, их сразу принять? Во, на меня уже излучение идет. И собаки бегут. Кто стреляет? Кто-то шмальнул в мою сторону. Может, это наш товарищ, который там палит? О, пожалуйста, тут уже... Все собрались. И снорки, и собаки, и вся остальная нечисть. Может, это как раз, кстати, Вали Купидон стреляет? Ну, у него вроде не должно быть бусинки. Но хрен его знает. Как же вовремя прибегают тушканы, это просто жесть. Да, наверное, примем таблетки. О, там бюрер, понятно. Два бюрера. Ха, иногда попробуем. Поближе к ним подойти. Ну это жесть, и тут ад творится похлеще, чем в лаборатории в X18 какой-нибудь. Так, ну по-моему, я убил третьего бюрера. Но творится полный трэш. Во-первых, да, мне бьет по мозгам. Потратил очень много патронов. Ха, а я напоминаю, мне по всем локациям надо пройтись. Как я это буду делать, без понятия. Ну по-хорошему, мне бы уже бахнуть, или что думаете? В принципе, у меня значка там все здоровья не появляется, а поэтому как-то особо не спешу. Но, конечно, вот эти вот фантомы вокруг меня бегают. И это неприятно. О, сколько с него всего падает. Ну и вот, скорее всего, это на болото таки надо отнести. Блин, даже тушканов лутаю, с ума сойти. Сюда, что ли, зайти? О, это мой белый мышь. Это мой друг. Нет, мышь, не обжигайся. Броню повредили, да? Где? О, нет, 99. Так, ну что. Все, вы слышали там звук контролера? Рука сердца слепого пса. Ну, в общем, с него конкретно рука падает. На руку можно выбить квест у Сахарова, просто банально. И для репутации, и чтобы посмотреть, а что, собственно, за это будет. Ой. Кто-нибудь понял, откуда это? Я не понял. Не, его надо забирать, конечно, по-любому. Чего-то игра уже в этом месте вылетела раз 5. Он с этой стороны колданул или с этой? Логично, наверное, отсюда. А, да. Все, можно отгружаться. Самое главное, что я понял, где он находится. Не, ну как видите, тут даже чисто небо все гуляли. Ха. То есть тут, можно сказать, безопасно? Не, мне кажется, так сказать нельзя. Но тем не менее, там даже впереди стрельба есть. Может, я реально того стрелка? Как он сейчас... И вот какой-то дурачок, ученый, ему сказал, что там безопасно, можешь туда идти, если тебе хочется пострелять. Да тут трэш творится. Три бюрера, кровосос, куча снорков, тушканов. Сюда невозможно дойти даже. Тихо. Не колдуй, дядя. Ты где вообще? А вот и он. Ага. Ну нет, все-таки нельзя его. Блин, это не Паша Шахтер?
Не, мне кажется, Паша Шахтер бы не стал на меня нападать. Помните, это еще древнющий квест, что надо найти контролера разумного. Не-не-не, все понятно. Тут он меня конкретно сжирает своим. Да ты издевай, ну хватит уже вылетать. Что-то завод какое-то супер лагучее вылетающее место. Тихо-тихо, я в кустах. Пришлось мне отступить, и это очень плохо, потому что я теперь не знаю, где он. Да. Давай-давай, иди. Он вообще пойдет ко мне? О-о-о, там собаки, смотри, бегут сюда гады. Молодец. Как всегда, через железку. Держим планку. Что-то мне кажется, он сдох. Нет, нормально, живой. Все мимо. Опа, а тут нычки нет. Он, может, сюда не пройдет, кстати. Блин, отвратительное место я выбрал. Я в каком-то аду как будто побывал. Вот это какой-то... Ой. В итоге сюда какой-то чертил пришел. Сейчас будет лутать моих тварей. Вы сами видите, что творится, да? Это не назвать никак иначе, как трэш полный. Да хватит, что ли? Что вы делаете? Крутится вокруг меня. Вы мне дадите дышать или нет? Просто вокруг меня фантом крутится. А в чем прикол? Уха. Нормально, ты так возле костра сел. Удобно тебе? Смотри, у меня жекана нет абсолютно. У меня и дроби нет, кстати. Как я собираюсь идти на другую локацию? Че ты приперся? Лутает, смотри, тварь. Ну и че, хрен тебе, халявщик, приперся, когда я всех перебил. Фу, это трэш какой-то. Ну, слава. Ну, я вроде как самых ценных залутал. Это два бюрера, как минимум. Кровосос один. Или даже два. Где-то тут же тоже был. Вон он. Блин, а я его точно залутал. А может быть и нет, кстати. Не-не, я его лутал. Точно лутал. Все, теперь осталось контролер замочить впереди самым. Плюс на болоте бюрер. Вот в этой стороне был. А, ну вот еще мертвый наш товарищ. Ничего такого. Опа. Все-таки ты тут, братишка. А где именно? Ой, господи, где-то там за 3 километра стоит, колдует. Он где-то очень уж далеко стоит. Неужели я всю серию буду на Итарии драться с тварями с завода? Ну, сцена у меня только 2 щупла, 2 руки бюрера. Все остальное копейки стоит. Вот можно разобрать еще то, что я нашел у чистонебовца. Так как бы мне поближе к нему подойти? А, он даже через кусты колдует. А как я к нему подберусь? Вот, пожалуйста, мосинка нужна, да? А ну, а когда она есть, она не нужна. О, он уже тут где-то? А где он? А, вон он. Слушай, он довольно-таки далеко, блин. К нему подойти на безопасное расстояние и просто в упор 8 патронов зажать со своей скорострельной бинельки. Мне кажется, это тема. Вот где ты? А, где-то тут. У меня вообще есть гранаты какие-то. Я вроде пытался с собой брать, но не взял, да? Вообще хотел с собой Эвку, конечно, взять. Уходит куда-то. Скрылся, гад. Он сдох или нет? Прикол в том, что он каждый раз стонет, как будто его убиваешь, когда в него попадаешь. Ну не каждый раз, через раз. Мне надо поближе подойти. Как? Ну не, это вообще не вариант. У меня патроны кончились, все. 4 патрона осталось. Ну тварь, выйдешь что ли ты из кустов, а? Красава, давай, дальше сиди в кустах, колдуй, дурачок, выйди уже оттуда. Он просто, я даже не пойму, где он прям в супер глубоких кустах сидит. На крысичах, просто на крысичах. Я его никак не смогу оббежать. Ну, пожалуйста. Я еще и в ловушке, судя по всему. Я не знаю, что делать. О, ученый, а ты что тут забыл? Профессор Круглов? Ты, может, отстанешь от меня уже, а? Прикинь, профессор Круглов. А что, пусть он на кордон колдует. Да, ну это трэш. Ну пусть он на кордон меня колдует, как только я появляюсь. В чем прикол? Сидит крыса, блядь, в кустах через 1000 километров меня колдует. А мне что делать, если он мне на все локации играть не дает? Откуда он колданул вообще? Откуда его... Смотри. Смотри, что творит. Эта сука меня не может колдовать, но он все равно пытается. Иди сюда. Ну это трэш какой-то. Подох профессор Круглов. Ну скорее всего он не нужен, раз он смертный. Ну, конечно, да. Это мой шанс подпустить его поближе и 8 дроби высадить. Может мне бахнуть таблетку? Ну, в принципе, мне кажется, она мне никак не помогает. А, ему пофиг, да? То есть, помимо того, что он наделен убер-способностями, может колдовать за километр, сидит на крысичах, так он еще и бессмертный.
молодец, молодец. Через все, ну еще и через деревья колдует. Сколько в нем хп? Ну просто, сколько в нем хп? Я не понимаю. Я ему нанес миллиард урона, а он вообще не хочет умирать. Подобралась убитого РПК. Думаю, надо Жекана взять. Жеканом урон будет явно получше. Нервов я, конечно, убил знатно сейчас на все это дело. Но вот так вот. Час 9 минут идет запись. Вы просто представьте, что я сделал за это время. Я даже не полностью зачистил завод Янтарь. Все из-за трэша, который там творится. Можно попытаться контролера выманить, наверное, сюда. Хотя наверняка у него опять-таки есть ореол обитания, за которым он просто не пойдет дальше. Все снаряжение починил. Какой шанс, что Контрик идет сюда, а не вернулся назад? А вон он. За КамАЗом, все понятно. Ну, конечно, да, вот тут бы мне очень пригодилась Мосинка. Вот так что-то он там сел за КамАЗом и сидит. Ну, пойдем попробуем что-нибудь сделать. Попробую все-таки с Жекана зажать, я думаю, это ультимативнее, чем с РПК. Не, близко я подошел. Он жрал Бюрера. Я маню его в сторону бункера, потому что я не представляю, как по-другому его победить. Просто ноль идей. Опа, ученый пошел в ту сторону. Может, он загрится сейчас? Да, да, есть такая тема. Давай. Я в тебя верю. Ой, ты чё? Ты в аномалию залез, дед? А, он побежал? Чё делать, не пойму. Я не пойму, где ты. Вот как бесит, да, когда противника даже не можешь увидеть, а он тебя как-то колдует. И на тебя, обрати внимание, да, вот там стоит, блин, передо мной ученый. Смотри, что делает. Вот так. Ай, просто у меня кончились все безматерные слова на этой земле. Будет ли он бить ученого? Охренеть, он его убил. Опа. Че, сдох? Добил его. Но он уже был прям супер ранен. Вы смотрите, сколько им следов крови оставалось. И мы получаем мозг контролера в том числе. Это хорошо. У Сахарова нужно такой вот квест выцепить. Срезать все. Вы даже не представляете, сколько я сейчас нервов потратил. Час 23 идет запись. Час 23. Я ровно там же, откуда начал. Выводы делайте сами. Вот такое добро у профессора. Неплохо так. Очень даже неплохо, я бы сказал. Он даже калаш. Ну, калаш у нас тоже где-то там лежит на кордоне. Он 5.45. Ну, честно, не хочется его разбирать. Оставим. А, ну да. Тайник на Янтаре выпал с него. А, блин, он там появился, сейчас его залутают, я так подозреваю. Помимо того, что с него выпал тайник на Янтаре, у него еще есть вот такой дневничок в режим лесу. Не буду отгружаться, перезагружаться там, пусть так, он там уже сколько тайников. Жалко, что Круглов помер, но опять-таки, если он смертный, значит он был не квестовый. Ну, такой себе тайник. Просто типа, ну, персонаж старых частей, вот он такой крутой, не более того. И что такое? А, это паёк, кстати, который у него очень странная текстура, но украинский рацион питания это очень дорогая вещь. Подожди, ты откуда идешь, тварь? А, я уже испугался. Но нет, он так мимо проходил. Все-таки видишь, они не трогают по какой-то причине тайник. А вот тут случился затуп. Пройти мне никто не даст. Один хочет закрыть, другой хочет открыть. Рука. 4500. Мало? Да все-таки попробуй мозг выцепить. Мозг. Меньше, чем за руку? Да. Я, пожалуй, промолчу. Разгруз произошел. У меня невероятно много всего. Ну а что теперь делать? Даже пить захотел. Главный герой от всего этого. Пойдем сходим. В принципе, конечно, логично его бы найти, потому что потом я пойду вниз, а мне как раз на агропромное болото отнести его заказчикам пушки. Было бы супер удобно, чтобы потом когда-то опять не идти. Но опять, как я зайду на территорию завода? Во, уже пошла тут какая-то канитель по моим мозгам. То есть все-таки это все было не из-за контролера. Да, да, опять фантомы. Ха, ну либо тут второй. Если сейчас второй выскочит, меня просто инфаркт схватит. Но тем не менее, вот появляются. По-моему, где-то вот тут был еще контролер. По-моему, где-то был еще Бюрер. Но я уже его не найду, скорее всего. Хоть Круглову надо залутать. Жаль его. Добряк он был, а что? Налобный фонарь? Подожди, а у меня уже такой есть. Его надо просто использовать. Да, и он типа поглощается игроком. Ну что, он завод? Посмотрим, как быстро отлетим. Тут, по-моему, все супер очевидно. Немедленно покиньте. Подожди, так а те, кто меня просил, они о чем думали-то в этот момент? Я, конечно, пробую. Опа-на. Вот он, Вали Купидон. У него и КПК Вали Купидон есть. Зашифрованный КПК. За его возвращение обещана награда. Сразу три квеста выполнено. Пойдем, даже, наверное, тайники лутать тут не буду. Долбит тут, дай бог, по башке. Ну хорошо. Конечно, долбило, но в итоге я вынес добро оттуда. Кто скажет сбегать на дальнюю точку, там посмотреть тайничок. Хотя мог я и на заводе забирать. Ну ладно, не паникуем. Не, выдержала башка. Но я думаю, что... Вот ты, тварь, как вы мне надоели, а? Ой, тут прям тяжело, я смотрю, пройти. Угу. Тайник у нас в бревне. В таком месте аномальном. Не, мог и не идти, в общем-то. Что, зайдем все-таки на завод? Я не совсем понимаю, где конкретно лежит тайник. Скорее всего, наверху.
Там для ремонта брони что-то было? Ого, экстренный набор, нифига себе. Нормальные тут мутанты. Что-то я не пойму по поводу тайника, где он. Получается, его и тут нет. Что, на земле просто лежит? Так нет его на земле. Чуть не пойму я. Все, просто в кустах, но в земле. Как бы получилось, что да. Ну ладно, ампула какая-то там с салициновой кислоты. Что тоже, в общем-то, неплохо. Еще тайничок неотмеченный. Плюс тут. Ну какая-то фигня, на самом деле. Что-то расстроили меня тайники на заводе. По остальным местам тоже можно было походить, но я уже не буду наглеть так сильно. Пойдем уже. О, тюбик клея момент. Не-не, снорки молодцы, конечно. Когда они бьют через слой железа. Нормальная тема, как думаете? А у меня же есть такая, кстати. И дигл. Ну не, дигл, кстати, может быть, у меня и нет. А, она еще и без магазина. Но в любом случае, у меня есть такая пушка. С монолитов выпавшая. Конечно, тут заказной в скобках. Может, у меня не заказной, а обычный. Но не думаю, что там велика разница. Ну и все, вот и выходит, что отсюда я сейчас иду вниз. Ага, вниз. А у меня-то не куплет нейтралитет своя. То есть мне нужно бежать в бар, чтобы покупать нейтралитет, и потом опять отсюда идти, чтобы сдать квест. Да, это так. Получается, что надо будет бежать. Так, там вроде профессор надо, или нет, или подожди, кому голубую мечту-то сдать? Это сюда. Киллер это в бар, разносчик это сюда. А, то есть мне тут, в принципе, нечего делать. Выходит, что так. Что ж, ну тогда по-любому идем в бар, посмотрим, есть ли у меня там дробь, потому что у меня прям с этим совсем туго. Слишком жестко на этой локации было. Ну и плюс что-то мне там пишут, что, мол, надо все-таки мне спас себе взять, якобы он лучше Бенельки. Честно, хрен его знает. Может быть, это все враг. А может быть, правда. Еще нужно взять частично то, что мне нужно перенести в свою нычку центральную в баре. Не, вы прикиньте, хорошо, вот у меня нычка в баре. А вот теперь представьте, что я там прошел дальше по игре, и я буду где-нибудь на затоне. И мне нужно дойти до бара. Вот вы представьте, вот этот весь путь пройти. Раз лока, два лока, три лока, четыре лока с затона. Причем эти локации большие, да, помним. Почему не добавить проводников? Вот хотя бы на такие дальние дистанции прям. Вот хрен себе. Что, у меня есть какая-то инфа в ПДА? Да вроде нет. Там какая-то войнушка пошла. Снорки? Чего? А что случилось-то? А, ни хрена себе. Я все понял. Вопросов нет. Оказывается, тут Блюлер пришел. Блин, главное, чтобы Блюлер не помер где-нибудь в болоте. Он, в принципе, какой-то херней занимается. Он их не атакует толком. Он просто бегает. А что он делает? Ну, он как бы бьет, но ничего не происходит. А, прикинь? Он на меня агрится. Типа, перед ним прям сталкер стоит, прям перед лицом. Он агрится на меня. Вот эта система приоритетов просто портит все ощущение реалистичности игры. Ты чувствуешь, что вот ты главный герой, вот мутант тебя будет атаковать именно, а не сталкер, который у него перед носом. Опять он то же самое делает, вы видели? А те как будто тупые. Мне кажется, сталкеры на янтаре не такие тупорылые, и они знают, что по бюро бесполезно по щиту стрелять. Ну и в итоге он оказался пустой, блин, со сраным мясом. Не, опа-на. Главный научный сотрудник, главный, прикинь. У него с собой ничего такого, ну какая-то электроника. Я это все успел взять, только я теперь на перегрузе, небольшом. Но все же. Вообще как-то странно, то, что у них тут такие дырки, блин, в заборе. Они их не пытаются заделать. Представляете, было бы круто, например, квест какой-нибудь. Что-то им таскать, и они постепенно заделывали бы дырки. Мне кажется, было бы здорово. А что у вас никакой костер не горит? Этот опять завис по классике. Ну все, вот это получается оставляю. Это то, что с собой нет смысла нести. Ну, кроме автоматов, но их, но они никуда не влезут. Ну и погнали, получается, покупать нейтралитет с военными. Ой, как я не хотел в бар. Я думал, я пойду сегодня вниз все-таки, но нет. Нужно купить нейтралитет с вояками. Ну и плюс заодно там сбросим барахло и поговорим. По поводу квеста киллера. То есть все-таки вот этот Вадя Купидон стрелял со своего зига на дикой территории. О, тут кто-то есть, понятно. Я поспал. Сейчас бы чем-то захрустеть, но еды нет абсолютно. Ну, кроме хлеба этого, которое все берегу и берегу, мало ли кому-то понадобится. И давай съедим, что теперь? Всю жизнь с этой буханкой бегать. Хлебушек захрустели, энергетика выпили. Погнали. И все-таки, какой бы ни был сталкерский движок старый, а какой он приятный, да? Такая атмосфера на нем прекрасная. Все эти ваши современные Unreal Engine, это, конечно, круто. Графика, все дела. Но я уверен, что даже когда выйдет Stalker 2, мы часто будем возвращаться к нашим добрым первым трем сталкерам. В итоге я что-то так и не понял, почему мне написали, что награда будет больше, если я туда пойду пораньше, а что бы изменилось-то, собственно говоря, и сколько суток. Вот в NLC такое часто было, да, что там квесты на время, и в принципе это прикольно, это тебя подгоняет, ты пытаешься, торопишься, а тут я такого раньше не видел. А сейчас типа вы хотите сказать, что такая тема есть, что-то мне кажется бред какой-то. А как она была бы больше-то? Типа я пришел, он бы живой был, добровольно мне отдал бы все пушки и еще какой-то артефакт за то, что я помог ему бы выбраться с завода или что? Почему больше-то? Или типа, если долго затягивать, то тому военному на агропроме уже не нужна будет. Это пушка, дигл он просил, да? Типа, у него будет пушка уже круче, какой-нибудь кольт питон, и он скажет, мне уже не надо, оставь себе. Типа так? А вот хрен его знает. Тут у нас еще куча добра остается. Ну ничего, потом как-нибудь я все это обязательно перенесу. Да, у меня тут есть дробь, кстати, плюс жекан. Обязательно все это забираем. Так, а спас я где спрятал? Получается, где-то на кордоне, да? Почему-то я думал, что он тут. Думал, сейчас приду, починю его, но нет. Может нам вскрыть все старые пачки или накопить? Не, давай, наверное, накопим их побольше, а потом все вместе вскроем. Мне кажется, там прям много всего выпадет. Возьмем себе что-нибудь покушать. Колбаса нам, по-моему, много дают, да? 600 калорий, охренеть. А почему она дает как тушенка?
А, ну тут 400 грамм колбасы и 300 грамм тушенки. 340 грамм. Ха. Ладно. Так, пойдем, что ли, поговорим? Приветствую. Я насчет Купидона. Я весь внимание. Нашел я его. Вернее, труп. Держи, ПДА. Курьер он обычный, и как по мне, он просто развлекался с чужими пушками и случайно зацепил долговца. Ну и в итоге доразвлекался, земля ему пухом. Ага, ну слава богу, что не киллер. Воронин бы такую бучу в зоне поднял. Спасибо за помощь, детектив. Хе, держи зарплату. Набор инструментов для винтовок. Чё-то тухло, прям вообще тухло. Не, ну конечно, там базара нет, полный набор, на два использования. Тут с винтовками, во-первых, играть невозможно, блин. Слишком дорого для них будет постоянно патроны брать. Ну либо стрелять невероятно экономно, прям только в голову, там все дела. Ладно, пойдем попробуем Воронину дать документы какие-нибудь. Я все-таки хочу долговцам дать, да и тем более все говорили, что да, это выгодно, у них хороший арсенал появляется. Ну, насколько я знаю, нужно 600 репы, у нас сколько? А, у нас 490. Тьфу ты, блин. Когда бармен обновит ассортимент товаров, патроны и дробь есть хотя бы у других торговцев? Так бармен, по-моему, никогда не торговал патронами в этом моде. Чуть не пойму, мужики, у кого квест спросить? Давай спросим, 600 репы добить, сдать документы, у них вроде и броня там жирная появится какая-то, и еще всяких приколов, аптечка первой помощи, но это бредовый квест, за который не дается, в принципе, ни хрена. Отношение 490, 2000, малая инъекция глюкозы, 490. Ну, типа, такое. Набор средних оружейных запчастей для пистолетов 5. По-моему, такой у меня есть. Но опять-таки, это его личный квест, за который я, в принципе, ни хрена не получаю. Репутации, по крайней мере. Да, ребят, честно вам скажу, запись идет 2 часа 7 минут. Представляете? И я думал, за сегодня я пройду по всем локам, соберу сканеры, зайду на болото, продам хабар, вернусь и сохранюсь уже прям так, что в следующую серию уже идти в ИС-16. А ни хрена подобного. Прикиньте, я кучу времени потратил на сражение с контролером. Так, средние для пистолетов. Ох, у нас их много, 33. 5 уж можно и отдать. Да, все оно. 85 монет. А как выглядит 85 монет? Давай посмотрим. Ого. Ха, прикольно. Но мало. Хотелось бы иметь там, не знаю, 500 монет. Нам еще нужно калибровку таки выменить, кстати, у того деда старого. Мне кажется, я могу. У меня уже все для этого есть. Просто другой вопрос, что... А что, в принципе, как раз таки и надо. Если я пойду вниз по локам, как раз я приду вот сюда, на ферму. Там лежит грубая, тонкая. Как раз калибровка я ему отдаю. Тема? Вполне. Да, посмотрим, что он даст. Дело сделано. Темная долина, 500 рублей. 500 рублей, блин. О, причем за это репу дали. Прикинь, а как это работает? То есть за аптечку ни хрена подобного. Ну, конечно, 500 рублей это смехота. Я говорю, тут полезный тайник. Поэтому, если уж тайник, то давай обузить, чтобы на ближайшей локации какой-то. О, сейчас еще и Петр Первый дал, но тайник где-то в Лиманске. Вопрос, я когда-нибудь буду в Лиманске в своей жизни? Ха. Тут еще, блин, жаль, что от локации не зависит, какой хабар. Вот я считаю, такое должно быть. То есть, вот как видите, я на янтаре, на заводе, в опаснейшем месте, нашел тайник с фотографией и хламом. Ну, что это такое? Армейские склады. Ладно, пусть будет. О, еще есть квест. Вальтер тебе. Дробовик Бенелли? Подожди, по приколу, давай проверим. Допустим. Ого. Ёптыть. 45 косарей. РГД. Глюкоза, энергетик, пиво, шоколад. Копченая колбаса. Граната F1. Еще глюкоза, чили, стимулятор, энергетик, чили, тушеная фасоль, газированная банка, бинт. Прикинь, вот это он мне отсыпал. Ну, тут видишь. Аленка, что с твоим лицом? Посмотрите на... Что... такое. Опа, а тут это уже не Аленка. Люкс. Обман. Не, прикольно, кстати. Если бы так выпал квест на протекту, может быть, я бы ее отдал. Не, походу у него остались конкретно квесты личные, то есть не падают квесты для группировки. Принеси мне просто что-то. Можно ли таким образом выбить у него там ту же самую протекту и за нехилые бабочки отдать? Наверное, можно, если до посинения перезагрузку обузить, но я уже устал. Все, ладно. 25 тысяч. Договор с военными. Захват территории квест. Это где вообще? Ни хрена себе ты. Что-то никто мне не дает квесты на уничтожение мутантов, а я именно этот квест ты хотел выудить. Уничтожение лагеря, уничтожение свободовцев. Как мы знаем, я храню нейтралитет со всеми группировками, нейтральными мне изначально. Поэтому, разумеется, воевать со свободой я не буду. У меня с ними отношения ноль, я с ними еще не сталкивался. Тем не менее, бандит вообще 450. Монолит 0, но по факту они враги. Мои 85 планет это всего 8500, да? То есть вообще не то. Сейчас нужно всяких взрывчаток понабрать, попробую с ним заболтать. КПК из тайника, армейские склады. Блин, пробуем? А так у меня, оказывается, взрывчатки-то не так много. Плохо. Где мой детектор медведь? Куда я его дел? А, ну и как видели, только что не было диалога про жесткий диск, то есть его нельзя отдать. Это надо какие-то вот из этих документов брать. Есть шкатулка с драгоценностями, при этом она же у меня была где-то на другой локации, я точно помню. На кардоне где же еще? Почему-то мне казалось, что у меня намного больше этих взрывчаток, всяких, а нифига. Ну, в принципе, намениваю. Блин, я просто так не хочу отдавать монеты, я их так долго копил, но что теперь делать? Вот такой вот обмен. 12 аж отдаю промышленных смазок, у меня остается еще 6. Это, конечно, много, но что теперь делать? Вот такие прикольчики, всякие ненужные мне отдаю. Обмениваемся, блин. Зато теперь у меня есть калибровка. Она мне давно нужна была. КПК найти это на армейских. У меня так много постоянной медицины с собой, но я ничего из этого, блин, не использую. Нахрена я ее таскаю? Да, у меня же миллион всяких там. Бензин, пелицилинов, малые инъекции глюкозы, большие инъекции глюкозы. Зачем?
Ну все, можем отсюда уходить. Погнали тогда, надеюсь, я реально ничего не забыл. Заканчиваю я ровно на том месте, где начал серию. Вот такое барахло, что тут лежит, я оставляю. Скорее всего, не буду брать мосинку, на остальной весь хлам. Пойду чисто с дробовиком. По плану на следующую серию. Берем волыны, идем вниз, заходим к воякам, отдаем пушку. Собираем тут сканер, на свалке сканер, на кордоне сканер. Блин, килограммов бы хватило, да? Я же еще и куски мяса буду тащить. Пойдем сюда вниз, замочим кровососа, сдадим части. Там 1050 на 60 выйдет, потому что там куча щуплов, мозг, пюрера, еще что-то есть. Потом обратно и все. Ну а также закончу серию на одной интересной мысли. Вот, например, хардкор мод, все понятно, да? Нету быстрых перемещений, нет проводников. А локации тут, ну, а расстояния тут большие. И вот, например, я скопил в баре 1 000 000 хабара. Что делать? Я же рано или поздно пройду тут все квесты, все сюжетные, и фокус игры переместится повыше на локации. Да, вот тут уже я буду какие-то бегать квесты выполнять. А моя база-то тут, весь хабар тут. Почему бы не сделать, чтобы было какое-то платное хранилище? Там условно 10 тысяч ты платишь в неделю в том же баре. Помните, как это было в NLC? Тоже было хранилище платное. И, допустим, когда ты переезжаешь, ты можешь заказать перевоз своего барахла. Там за 50 тысяч тебе его перевезут, допустим, на базу на Янове. Там тоже здесь свое хранилище. Вот они связаны. Они просто пустят какой-то караван, который перенесет твое барахло. Но проводников же нет, ты же не можешь бегать. А так твой хабар зато перенесут. Ну там в зависимости от килограммов твоего хабара столько и будет стоить перенос. Там по формуле определенно высчитывается. Потому что я не представляю, как я буду играть на верхних локах без своего добра, которое у меня в баре. А если мне что-то скрафтить надо. А у меня весь мой хлам в баре, прикинь, бежать. Ради того, чтобы что-то там скрафтить. Такие дела. Не забывайте оценивать видео, ставьте лайки. Буду за них очень признателен. Всем пока.